Элита Арксплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. Пришло время поиграть в пользовательскую игру, но не в простую. Разработчик данной игры это Valve. Они сделали карту в честь Хэллоуина. Как они и обещали, они теперь на новом движке делают эвенты чисто как новые карты. А карта называется примерно как-то Haunted Coliseum. Тяжелое название, то, как я понимаю, переводится «Колизей привидений». А, довольно интересная карта, сейчас я вам все расскажу. Ее выпустили буквально час назад, да? Ну, я уже сыграл пару раз и все понял досконально, все прочитал, ничего сложного здесь нету. Вначале нам говорят выбрать героя. Я вам советую, выбирайте героя или массовика, который рассчитан на массу врагов, да? Или сильного героя, это герой, который дамажит, вот который дамаг, вот дамаг есть, где дамаг. Например, Урса, Фантомка, да, но Фантомка здесь сложно, потому что здесь в начале фарма, ну, тяжело фармить, потому что у меня первый уровень, она вообще ничего не сделает. А такого, как Сларк, да, он всегда актуален. Так вот, в чем суть? В этой игре есть 5... В смысле, они что, ливанули? А, они... все, возвращаются. Есть 5 контрольных точек. 2 точки изначально ваши, 2 точки у врагов и 1 точка ничья. А... суть игры в том, что нужно набрать 5000 очков. Очки вы зарабатываете, если у вас захвачено от 3 точек и больше. То есть, вначале вы очки не зарабатываете, но когда кто-то захватит третью точку, он будет зарабатывать очки. Когда вы зарабатываете 5000 очков, вы победили. Ну ладно, ничего здесь сложного в принципе нету. Давайте я тогда сразу пойду в Аганим, нам дают 2000 рублей. Ой, 2000 рублей, 2000 голды. И пойдем мы сразу в Аганим. Вот она, первая точка, пойдемте захватывать ее. То есть, видите, сейчас точка, она ничья, но мы сейчас мы ее захватим, то есть нужно в нее встать, видите, и вот будет шкала заполняться потихонечку. Вот она заполняется, заполняется, и мы ее захватываем, захватываем. В прошлой игре был Джаггернаут, но мы победили, он был у врагов, да, ну хороший был герой, поэтому я советую поиграть из-за него. У него, во-первых, есть ультимейт. У него есть ультимейт. Когда сверху сыпятся камни, да, не нужно стоять на одном месте, нужно убегать. Пойдемте дальше. Мы захватили точку, видите, у нас теперь начали вверху появляться очки. Вот они идут, очки идут, идут и идут. Я потихонечку зарабатываю бабло. Есть, кстати, вон руна инвиза. Захватываем, 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 захватываем. Где все остальные? Помогите, help. Вот, мы, видите, здесь написано плюс 2, то есть 2 человека захватывают точку. Все, мы захватили точку, отлично. И у нас теперь будут очки идти еще быстрее. Еще быстрее. А, кстати, да, здесь есть множество ловушек. В принципе, в этом и есть смысл данной карты. Ловушки. Кому-то стало резко больно. Как же так можно было с одним хп отпустить? Так мы все что ли доминируем? Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдемте, мужики. Так вот, ну видите, не все знают, они фигней как-то страдают. Сюда идите, чего там стали дауны? Мы уже активировали. Зачем ты там стоишь, если здесь уже активировано? Ну глупый человек, понимаете, немножко глупенький. Давайте поставим вардик, будем хилиться. Зевс, Зевс, братиша, Зевс. Пойдем, пойдем. Отлично, сейчас будем дамаг, дамаг, пошел дамаг, зверский, зверский дамаг. И мой вард гуляет. Ладно, лучше давайте захватим точку. Скоро будет аганим. То есть у нас еще нету 6 уровня, а уже скоро будет аганимчик. Больно, больно. Все, мы отсюда не уйдем. Дай мне один удар. Фуриона, прикиньте, они Фуриона взяли. Лёль. Все, мы захватили 5 точек, такого еще ни разу не было. Смотрите, когда какая-то команда зарабатывает 1000 очков, да, 1000 очков зарабатывает, появляется голем у другой команды, то есть как защитник. Типа, чтобы не было слишком просто в этой игре. Видите, у них появился, то есть мы заработали 1000 очков, у них появился голем. Ну, пускай меня, короче, убивают. Потому что до базы бежать очень далеко, очень далеко. Все, меня убили. Самое главное в этой игре, еще раз напоминаю, иметь минимум 3 точки. Вот она третья. Только тогда у вас будут идти, ну, вы будете зарабатывать очки, только тогда. Ловушки. То есть, например, если наступаете на эту ловушку, некоторое время, видите, появляется. Ну, молодец, ну, красавчик. Также здесь можно активировать самую сильную ловушку, это топоры. Вот здесь вот она активируется.
очень сильная. Топориков купить не говорит. Лол. А, у нас скоро будет Аганим. А с Аганимом... Ну пускай тут охватывают, это не так важно. Мы уже заработали 2200, понимаете? Это, наверное, самая быстрая будет игра в истории. Самая быстрая. Самая... Вот у них уже три голема. Вот о чем я вам говорил. Три голема. Вот про големов, да? На големов не действует маг урон. Это очень сильные крипы. Очень сильные. Поэтому я советую брать героя типа Урса. Они очень сильные. Давайте попробуем побить их. На них, кстати, топоры тоже не действуют, которые сверху. Свои сраные деревья. Дай мой вард. Это мой вард, ублюдок. А нужно дефаться. Нужно дефаться. Самое главное не отдать им третью точку. Ну, хотя, если они заберут, мы ее обратно вернем. Нужно получить шестой уровень. Вот видите, третья точка. Как? Прям рядом же прошел топор. Нечестно, нечестно. Ладно, нам помогли. Отправили нас на базу. Убивайте. Ну, я говорю, големы очень сильные. Ну, про телепорт я уже вам показал сразу. Вот он, телепорт. Желтый круг. Телепортироваться можно только с базы, да? Но нельзя на базу. То есть здесь не продаются свитки телепортов. Вы никак не можете телепортироваться обратно. То есть надо идти пешком или на базу, вот так все обходить. Или умереть. Третья точка, кстати, не давай третью точку. А, все, мы отдали, да, третью точку. Не, пока еще не отдали. Здесь также можно нажать на глиф. Когда вы нажимаете на глиф, замораживается время, и люди пока ее не завоевывают, эту точку. Вот, можно нажимать на шляпу, он уже нажал, да? Пойдемте. И нужно забрать там... Вот, это ходят вражеские големы. Нужен шестой уровень, быстрее, братюня. Во, как раз прям вовремя. Ой, как вовремя, шестой уровень, вовремя. Даблкил, даблкил, да, неплохо, неплохо. А как убивать големов? Я не знаю, понимаешь? Я не знаю, как убивать. Это очень больно. Сейчас Фурион сюда прилетит. Давайте активируем, что-нибудь наступил из наших. О, Фурион прилетел. На, мразь, на, пес. Ну, я говорю, с одной стороны, это немножко нечестно, конечно, что у них такие големы сильные, да? То, что, видите, мы их не можем вообще убить с руки никак. Просто не можем. Так, давайте мы это выключим. Ну, он правильно говорит, что големов можно убивать только с рейнджа, то есть у кого дальняя атака. Например, ВР-ка. Вот ВР-ка, кстати, может... Точно. То есть вы можете взять ВР-ку, у нее есть ультимейт, он спокойно с ультимейта убьет. Видите, големы по кругу ходят. То есть големами управлять нельзя. Это просто как призванные существа. Хорошо. Давайте потихонечку будем идти в наш ультимейт. То есть, например, возьмем таким вот образом. Нам нужна скорость. Давайте мы сейчас наберем скорость. Можно, в принципе, даже взять мом. А давайте, как в старые добрые времена, как в 80-е. Почему бы и нет? Я думаю, мом здесь вообще ничего нам не делает, не зарешает никак эту игру. У нас ульта еще первый уровень. Давайте попробуем ультануть тогда на этих мудаков. А нельзя ультануть, вообще ничего нельзя сделать. Ничего нельзя. Нечестно, нечестно. Вы видите, да? Просто невозможно их убить. Но это нереально. И Фурион такой, да, даунёнок бегает. О, я Фурион, я кидаю деревья. Я спруты кидаю. О, смотрите, смотрите. Это Фурион, вы видите, да? Наступил на ловушку и погиб. Ну, ловушки какие еще раз показываю? Здесь есть шипы, которые через время. Можно нажимать на эту. Это огонь стреляет. Сюда стреляет и сюда. Топоры. Потом здесь ловушка есть. Это отрава такая. Буль-буль-буль. Бульбулятор. Охренеть. 6 големов. И при этом враги до сих пор не захватили эту точку. Прикиньте. Давайте возьмем маску. Через момчик сыграем. Момчик. Как убивать 6? Я не знаю. На них даже ультануть нельзя, прикиньте. Я думал, что можно, кстати, ультануть. Я думал, можно. Нет, нельзя. А на тебя можно? На тебя можно. О, на них ультанул, ты прикинь. То есть на них, на самих нажать нельзя, но можно нажать рядом. Какой бред. Попробуем давай. Это очень больно, очень. Видите, она ультанула, она молодец. Вот теперь ВР-ка додумалась. Верните мой вард. Вард вообще еле хилит. Странно очень, слабенький хил. Ну вы видели, то что... Вот, тоже запомните, вы можете взять Жаггернаута, и вам нужно будет пытаться ультовать не в самих големов, потому что на них нельзя нажимать, а ультовать... Вот, кстати, хилка. Зря, наверное, взял ее, да? Сейчас Фурион портнется. Ладно, пойдемте бегать быстренько на базу.
Так вот, нужно сжать не на самих големов, а на врага. Там вообще мы быстро голема убили, вы увидели? Моментально, двух големов завалил. Двух, ты понимаешь? Yes. Вот, мы бежим к фонтану, хилимся быстренько. И опять идем драться. Это будет реально самая быстрая игра, потому что мы захватили очень быстро точки в начале. Шмаровозку надо убить. У нас сейчас есть 5 секунд до ультимейта. Видите, когда сыпятся камни, значит, что сейчас будут лететь топоры. Просто отходите. Антимаг подох каким-то. Он, наверное, топоры вызвал и прыгнул сюда. Я не могу ультануть на тебя, говно. Не могу. Ну, я попробую подраться с ним. Очень больно, очень больно, очень больно, очень. Очень больно, отлично, моя хилка, моя. А, это не хилка была. Подохни! Ла-ла-ла! Тихо-тихо-тихо, а чё меня-то убили? Кто меня убил-то? Читеры, это видели? Это санные читеры. Нормально, ну. Это самая, я говорю, легкая победа. Вот наш Марник. В принципе, я вам все рассказал. Здесь все просто. Еще раз напомню, давайте с самого начала, быстренько. Инструктаж. А, играет две команды, 5 на 5. Одна команда с одной стороны, например, с этой. Вторая команда с другой, с этой. Вначале у вас есть две ваши точки. Первая точка, вторая у одной команды и первая, вторая у другой команды. Эта точка, она не захвачена. Кто первый захватывает данную точку, а нужно встать туда, чтобы хотя бы минимум один человек там стоял. То есть, чем больше людей там стоять, тем быстрее точка захватывается. Но можно хотя бы, можно минимум человеку одному, это уже нормально будет. Старый добрый Джаггернал с момчиком. А, так Вард плохо хилил, он был первого уровня. Ну потому что у нас вообще был маленький уровень. Все, пойдемте, потихонечку. Здесь стоять не надо, понимаешь, нет? Вы уже захватили, не надо здесь стоять. Дальше идем, дальше. Почему они не соображают головой? А, меня тут отравил, как я понимаю, да? Кто-то меня отравил, хулиганы. Вот, самый большой плюс мома. Врубаешь мом, и 4 голема тебе по лицу дают. Все, тебя нету больше. Ну, мы в любом случае победили. Почти 5000 очков уже собрали. Вот видите, как быстро идет число. Также, когда какой-нибудь герой это умирает, есть шанс, что выпадет или хилка, или регенка МП, или деньга там 100 монет обоссанных. Еще раз напомню, что големы появляются каждые 1000 очков. То есть, если наша команда набрала 1000 очков, да, голем появляется у врага. Не у нас, у врагов. Это сделано, видимо, чтобы так, для баланса, чтобы игру растянуть. Ну дайте мне ультануть, пожалуйста. Дайте я ультану хорошенько. Хотя у нас только ультимейт первого уровня, еще маленький, но ладно. Братюня! Фу! По голема! О, видал, да? А-а-а! Только голема просто... Вот это я понимаю! Ну, 4 голема сейчас заберу. 4 голема. Давай, больно, больно! Больно! Больно жопу мне, больно! Так, не хочу, я не хочу умирать. Буду погибать молодым! На них не работает. Мак урон? Глупыш. О, по лицу, ну тебе хорошенечко так прошло. И меня убили, да? Молодец. А я могу сделать вот так. Потом прийти сюда. Нажать ультимейт, побежать. Ульты у меня нету, побежали. Все, мы победили. Вот такая вот очень быстрая игра. Вообще, это чаще всего она происходит гораздо дольше. Кстати, у них 0 очков. Такого уж никогда не было. Ну, в чем проблема? Сейчас многие играют впервые, понимаете? Не все понимают смысл игры. А я вам уже все рассказал, все разжевал. Все, мы набрали... Победила наша команда, мы первые набрали 5000 очков. Поэтому играйте с друзьями и фаньтесь, придумайте свои связки.